друзья. Ягуариха уже, видимо, на сносях. Отяжелевшая такая. Ну вот и убежала. Так что, если все нормально, будут ягуарчики. Не умеешь травку брать. Сейчас травка пока сочная, не жесткая. Ну, друзья, через сетку, через решетку давать ничего хищникам нельзя. Для этого есть вот трубы. Только через них. Потому что хищник есть хищник. С ним шутить не стоит. Хотя в тайгане все они такие контактные, но тем не менее, друзья, береженного Бог бережет. Технику безопасности никто не отменял. Ягуары тоже у них, как и у гиен, очень мощные челюсти. Ученые наблюдали, как даже панцирь черепахи ягуар разгрызает только так.